Сосудистые хирурги из Турции поделились опытом с павлодарскими коллегами на мастер-классе. Они успешно прооперировали 6 пациентов. Уникальность процедуры в том, что провели ее без малейшего разреза, использовав только специальный катетер. Он пробурил сосуд при полном закрытии, тем самым позволяет избежать шунтирования. Врачи говорят, методика очень важна для здоровья пожилых пациентов. Зачастую они страдают нарушениями кровообращения в ногах. Передовая медицинская технология также позволяет быстро поднять оперируемого на ноги. Реабилитация не занимает много времени. Мы не использовали в этой операции никаких стендов, использовали только баллонный катетер. Пациенту 54 года, ему вычистили все сосуды, установили туда баллон, и операция прошла успешно. Я думаю, мои коллеги из Павлодара будут успешно применять эту технологию и мировой опыт в сосудистой хирургии. Данный катетер он впервые используется для периферических артерий нижней конечности в Казахстане. То есть без разреза проводится данная манипуляция, после чего удаляются вот эти атеросклеротические бляшки и частицы бляшек, они засасываются в специальный контейнер, после чего удаляются полностью. Наша тактика – это полностью восстановить кровоток данного участка, где именно идет поражение сосудов.